Ровно в полдень 9 мая в небе над Челябинском пролетели 4 бомбардировщика Су-34. Именно так наши летчики поздравили город с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. А сразу после авиашоу ректор ЮРГУ Александр Шестаков лично позвонил ветеранам Великой войны, чтобы поздравить с победой, а главное – поблагодарить за мир, в котором мы живем. Поздравляем вас с Днем Победы, благодарим вас за эту победу, за ваш труд и хотим пожелать вам здоровья. Мы благодарны вам за то, какой вклад вы внесли, значит, в эту победу, а потом в службу, значит, во времена Советского Союза и уже России. И мы хотим пожелать вам доброго здоровья, благополучия всей семье, всего самого хорошего. Будьте здоровы! Мы ценим тот вклад, который вы внесли в победу и в развитие нашей страны после нее. И мы также ценим, что вы с отличием закончили Челябинский политехнический институт. Напомним, что несмотря на хорошую погоду, День Победы следует отмечать дома. Праздничные парады «Салют» пройдут в безопасное для здоровья время. А пока только дистанционные акции, в которых можно принять участие. Так, например, ректор Александр Шестаков вместе с женой записали видео для онлайн-шествия «Бессмертного полка».